Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про реконструкції у Дніпрі. В нашій студії головний архітектор Дніпра Дмитро Волик. Дмитро Волик – головний архітектор Дніпра. Обіймає посаду з 2014 року. Спроєктував набережні на правому та лівому берегах Дніпра, сквер Героїв, театральний бульвар, площу 80-річчя Дніпропетровської області. Керівник авторського колективу, який працював над реконструкцією вулиці Короленка. Вона посіла друге місце у номінації «Урбаністичний простір та ландшафт» та отримала премію IALD – International Lighting Design Award у Чикаго. Дмитро, вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Тож, ви на сьогодні маєте таку посаду головний архітектор міста. І я знаю, що ви навчались у будівельній академії у Дніпрі. Перед тим, як обрали для себе саме цю спеціальність, чи були мрії стати все ж таки головним архітектором Дніпра? Скоріше, наоборот. Я, по сути, своей не чиновник, мне очень нравится проектная работа. Я много лет занимался проектной работой, непосредственным проектированием объектов. Мы уже упомянули те вещи, которые мне удалось реализовать в своей практике. Ну, на самом деле, много других интересных работ было, кроме перечисленных. Ну, на самом деле, чиновничья работа достаточно специфична, в ней мало интересного. Добре, тоді, коли вас запросили на посаду, вмовляли, чи, в принципі, ви готові були до цієї роботи? Оскільки ж ви кажете, що краще проєктна діяльність. Ну, на самом деле, я оказался на должности в виде, так сказать, делегата профессионального сообщества. Мы в тот момент обсуждали, кто мог бы выполнять эту функцию. И, в общем-то, решение о том, что я должен позаниматься этой деятельностью, было не столько моим индивидуальным, сколько коллегиальным в нашем архитектурном кругу. Дмитро, а розкажіть, будь ласка, от загалом, як ми вже чули, що ви, наприклад, керівник авторського колективу, який працював над реконструкцією вулиці Короленка. Ми про цей проєкт ще поговоримо. Однак, ви взагалі керівник всіх проєктів реконструкції, які відбуваються у Дніпрі, чи ні? Чи ви лише затверджуєте? От розкажіть, будь ласка, як це відбувається? Скажімо, в різній степені погруження в процес. Є ряд робіт, які виконуються з точки зрення архітектурного концептуального рішення іменно колективом головного архітектурно-планіровочного управління. В цих роботах я дійсно виступаю автором наряду с другими сотрудниками нашего управления и руковожу этим авторским коллективом. Но множество работ в городе делается без непосредственного моего авторского участия, и в такой ситуации я и сотрудники управления могут просто согласовывать проектное решение, давать рекомендации авторским коллективам для дальнейшей разработки и, в общем-то, осуществлять принципиальное архитектурное руководство. То есть затверджение – это ваша справа, так? Тобто, якщо щось ви вважаєте невірним, то ви не поставите свій підпис під цим проєктом. Ну, на самом деле, на сьогоднішній день законодавство не требує прямого согласування органами архітектури тих чи інших проєктних рішень, але ми обов'язково даємо по кожному об'єкту свої рекомендації по поводу того, що слід робити, чого не слід робити, і стараємося контролировать архитектурные и градостроительные процессы в городе таким образом, чтобы все-таки появление новых объектов было полезно для города и, по крайней мере, не происходило каких-то сложных, проблемных вещей с появлением новых объектов. Рекомендации зазвичай виконуєте? В общем-то, да. Надо сказать, что у нас в городе сложилась достаточно неплохая ситуация с точки зрения взаимоотношений и внутри архитектурного цеха, то есть профессионального сообщества. И, в общем-то, сложились неплохие отношения архитекторов и застройщиков. Мы понимаем, что наш город за последнее время развивается, в общем-то, в достаточно правильном направлении. Мы понимаем, что, допустим, таких сложностей, как возникают на сегодняшний день
например, в нашей столице или в других городах, например, в Одессе, у нас, в общем-то, нет. То есть стандартно новые объекты в городе, которые появляются, город не портят. Мабуть, через те, що все ж таки працює, почав працювати дизайн-код. Дизайн-код, на самом деле, он не регламентирует как бы всю жизнедеятельность архитектурного сообщества, но те аспекты деятельности, которые касаются в первую очередь рекламы, дизайна и тому подобных вещей, дизайн-кодом регулируется достаточно просто и эффективно, главное, понятно для всех участников процесса градостроительного освоения территории. И вот в такой ситуации, когда появляется документ, который в первую очередь ясный, дружелюбный и во вторую очередь как бы абсолютно доступный для не только профессионального понимания, но и там, любого обывательского прочтения для того, чтобы сложить картину о том, каким образом нужно действовать в городе по каким-то определенным аспектам градостроительной архитектурной деятельности, это очень важно и удобно. Мы понимаем, что по такому пути, в общем-то, проходят все цивилизованные города, когда они формируют некий свод правил, который потом выполняется всеми участниками градостроительного процесса, всеми представителями городского сообщества. И на самом деле ведь мы понимаем, что город – это живой организм, он не может не изменяться. Он находится все время в состоянии динамичного развития, и векторы этого развития, в общем-то, определяются общественной потребностью. Вот смотрите, дизайн-код в части наружной рекламы на фасадах зданий проработал не так уж долго, буквально там несколько лет мы живем по этим правилам. И внутри города нам иногда даже не сильно видны эти изменения, которые происходят в рамках имплементации этого документа в жизнь. Но все наши коллеги говорят о том, что да елки-палки, ваш город совершенно преобразился, мы увидели застройку, мы увидели новый образ города. И то, что город все-таки очищается от визуального мусора, это заметно всем. Так, ми в цій студії теж говорили із Сергієм Білим щодо дизайн-коду і дивились візуально, як це змінюється. Звісно, коли, так би мовити, ти ходиш по вулиці, зайнятий своїми справами, не дуже спостерігаєш ці зміни. Але коли ти вже знаєш, що щось відбувається, в принципі, порівнюєш те, що було і те, що стало, то дійсно це вражає, це дуже добре, коли відбуваються такі якісні зміни в місті. Я знаю, що стосовно дизайн-коду нещодавно було робоче обговорення, так би мовити, навіть дніпрян запрошували туди щодо дизайн-коду окремо розташованих рекламних конструкцій і дизайн-коду вулиць, так? Чи приймали ви участь в цьому обговоренні і взагалі, чи дійсно ви в цій робочій групі працюєте і надаєте свої рекомендації, як, що має виглядати от саме разом з дизайнерами? Конечно, архитекторы с дизайнерами активно участвуют в вопросах обсуждения дизайн-кода как документа, который, в общем-то, регламентирует дальнейшую жизнь городских сообществ в рамках благоустройства территории, формирования дружелюбной для горожан среды, вот очистки этой среды от лишних элементов, которые фактически мешают воспринимать городское пространство. И как раз хотелось бы отметить тот аспект нашей жизнедеятельности, что вот первый элемент дизайн-кода, то есть та часть дизайн-кода, которая отвечает за рекламные конструкции и вывески, находящиеся на фасадах, в общем-то, показала свою эффективность. И, соответственно, вторая часть дизайн-кода уже включает отдельно стоящие рекламные конструкции, рекомендации по работе с благоустройством улиц. То есть мы делаем эту работу уже более объемной, более системной. То есть если мы раньше говорили об отдельных домах и фактически отдельных элементах домов, только о фасадах, сейчас мы уже говорим об улицах. Улица, в общем-то, же главный элемент города, главный планировочный модуль. И, по сути, именно через улицу стандартно горожанин і восприймає, що ж таке город. Так, одне з моїх питань – це наскільки швидко буде ставати місто доступним, інклюзивним. Оце, мабуть, стосується навіть цього дизайн-коду вулиць, так? Тому що
потім щодо там, якщо зміниться дизайн-код або його взагалі затвердять, так його мають затвердити, то у місті мають з'явитись, наприклад, і велодоріжки, і можливість пересуватися на візочках. І, в принципі, це все сюди, так? Конечно, конечно. На самом деле нужно говорить о том, что понятие доступности, инклюзивности и комфортного безбарьерного пространства не касается исключительно вопросов обеспечения доступности для людей с инвалидностью. На самом деле это некое изменение парадигмы проектирования, вообще парадигмы взаимодействия человека с городской средой, потому что тут сопутствуют различные аспекты человеческой жизнедеятельности, и ведь каждый из нас в какой-то ситуации, может быть, там какой-то критической ситуации с состоянием здоровья, а может быть, исключительно в рамках решения какой-то бытовой задачи, оказывается человеком, которому неудобно перемещаться, например, по ступенькам. То есть мы же не говорим обязательно, что инклюзивность должна быть обеспечена только для людей с инвалидностью на инвалидной коляске. Там, любой абсолютно здоровый горожанин с тяжелым чемоданом в руке точно так же нуждается в обеспечении инклюзивности. Там, мама с ребенком в детской коляске, совершенно верно. Велосипедист. То есть на самом деле мы понимаем, что решение, которое касается безбарьерности и так называемого универсального дизайна, это стандартное решение, которое на самом деле нужно для всех. И в рамках реализации такой программы мы, конечно, стараемся, чтобы новые объекты, которые появляются в городе, обеспечивали возможность безбарьерного доступа. Все-таки те объекты реконструкции улиц, которые происходят в последнее время, вы видите, уже все включают полноценные инклюзивные решения. Мы достаточно жестко контролируем эти вопросы. И даже в тех моментах, когда мы, допустим, ремонтируем улицы текущим ремонтом, где у нас несколько ограничен ассортимент наших возможностей с точки зрения изменения планировочной структуры, там, геометрии профилей улиц, отметок, даже в этой ситуации мы все-таки стараемся принимать такие решения, которые обеспечат максимально возможное удобство перемещения даже вот в таких не полностью реконструктивных мероприятиях, а даже в рамках ремонта. От навіть, знаєте, збільшення пішохідних бульварів у місті, вони також, ось ці нові бульвари, вони стають більш інклюзивними і доступними для людей. І наскільки далі буде збільшення ось саме пішохідних зон у Дніпрі? Чи є такий напрям? Совершенно верно. Все наши новые объекты строительства вот в виде реконструированных пешеходных улиц, пешеходных бульваров, они стопроцентно инклюзивные, они обеспечивают абсолютную безбарьерность передвижения. Это один из ключевых аспектов этих реконструкций. Это осознанная задача, которая ставится перед проектировщиками на таких объектах. Можно вы анонсуете, где самое знову, скоро будет теж пешеходная зона у Дніпрі? Можно вот центральная або інші районы? У нас много затей по городу. Я, наверное, не буду касаться конкретных объектов, хотя понятно, что и улицу Столярова необходимо привести все-таки в состояние полноценного пешеходного бульвара. И бульваром по улице Гоголя мы занимаемся с точки зрения осмысления его комфорта использования как пешеходного пространства. Ну, на самом деле, много других затей, не только в центральной части города, но и в так называемых спальных районах. Но я хотел бы сказать немножко о другом аспекте. Вот на сегодняшний день мы очень много думаем не просто о том, где бы сделать какой-то там фрагмент пешеходного пространства. На сегодняшний день мы все-таки стараемся уже задуматься о том, чтобы эти пешеходные элементы и какие-то отдельные, комфортные для горожан локации связывались в общие пешеходные системы и формировали такие зеленые пешеходные коридоры, которые позволяют, по крайней мере, по центральной части города передвигаться в более комфортных условиях и дают возможность получать во время этой пешеходной прогулки изменяемую такую многослайдовую картинку, которая даст возможность сформировать, скажем, новое городское лицо, получить новые идентификаторы, получить состояние дружелюбного к горожанину пространства, которого, к сожалению, у нас на сегодняшний день не хватает, так же, как не хватает любому пустоиндустриальному городу.
Тобто є ідеї, як ви сказали, це ще не проєкти, але вже ідеї, які ви, в принципі, плануєте втілювати. І ось так, гуляючи містом. Много чого і запроєктировано, по крайній мірі, на стадії ескізних проєктів. От та ж вулиця Інженерна, яку презентували недавно. Давайте зазначимо, де вона знаходиться саме. Ну, это на самом деле территория в районе шинного завода, 12-й квартал, то есть уж совсем никак не центральная часть города, но при этом мы понимаем, что пешеходное пространство и комфортная среда для пролонгированного пребывания пешехода нужна везде, иначе город становится скучным, недружелюбным горожанину, и все-таки, когда житель города комфортно себя чувствует только внутри своей жилой ячейки, понятно, что в городе ему дискомфортно. А вот когда появляются новые пространства, какие-то связки территории, приложения различных интересов, вот тогда горожанину хорошо в городе, и он начинает любить, ценить свой город и стараться сделать его лучше. Дмитро, бульвар Короленка має знов перетворитися. І будівлі готелю України «Короленко-1» буде повернуто первісний історичний вигляд. Чи знаєте ви про цей проєкт і взагалі які терміни його реалізації і чому от вирішили одразу саме бульвар створити, а потім вже повертати первісний історичний вигляд саме будівлям? Не краще було б зробити навпаки? Тут сложно говорить о сроках реализации, поскольку эта работа крайне многодельная, многослойная с точки зрения технологии ведения строительных работ. Все-таки у нас нет полноценной школы реставрации. Мы понимаем, что для нашего города это абсолютно эксклюзивная работа. То есть нужно залучать фахівців из других мест Украины або взагалі за кордоном? Возможно и такие варианты. Чи навчати своих? Но, конечно, мы бы скорее планировали поработать с нашими местными строителями, поскольку у нас высококвалифицированные кадры есть, просто это не совсем традиционная для них работа. То есть, в целом, останнім часом ось такі первісні історичні вигляди не створювали, так? Верно, верно. Все-таки мы же видим, что у нас нет традиции, как бы там такой частая реставрация объектов, которая, например, там существует во Львове. Там, Львовская архитектурная школа как бы легко с этим работает, делает множество объектов. У них хорошая школа реставраторов, которые, в общем-то, стандартно занимаются этими затеями. У нас, конечно, несколько иная ситуация. У нас другой состав городской морфологии. Мы понимаем, что объектов, которые на самом деле действительно целесообразно восстанавливать в таком первозванном виде, не так уж и много, но при этом, конечно, там целый ряд объектов представляют несомненную ценность, и такое восстановление очень положительно скажется на городской среде. А почему не произошло сначала восстановление этих объектов, а потом благоустройство? Да, наверное, потому что, собственно, благоустройство и явилось в данном случае толчком для начала реализации старых затей. То есть, на самом деле, вопрос о реставрации этих объектов и получении их первозданного вида существует уже давно, уже более 10 лет сделаны назад проектные предложения по этим решениям. Но, по всей видимости, именно восстановление благоустройства бульвара и такая активность городских жителей на бульваре и стала определенным толчком для принятия окончательного решения, что все-таки и строение, находящееся на бульваре, нужно привести в то состояние, рішення, которое хочется видеть. Рішення вже прийнято по цьому проекту, і коли почнуться роботи? Ну, сейчас происходит определенное уточнение, доработки по проектной документации. На самом деле, действительно, как бы затеи, повторяешь, для нас нестандартные, поэтому там много чего еще нужно доработать. В вашем розумінні, ви кілька разів вже повторювали, затеи – це проекти чи це якісь планування ідей? Нет, это все уже перешло в стадию архитектурного проектирования. То есть это не просто мысль, которая на сегодняшний день как бы никак не материализована. То есть уже наработано большое количество проектной документации в вариантной части. То есть на самом деле это абсолютно живая работа. То есть это не прожектерство, которое заканчивается на уровне там, генерирования мысли. Это уже не мрія, это уже реальные дії. Это абсолютно реальная задача. Давайте ось саме на бульварі Короленка зупинимось, оскільки ви керівник авторського колективу. Ми вже чули сьогодні, що цей проєкт, ця реконструкція
принципі, посіла і друге місце у номінаціях, отримала премії міжнародні. І загалом дніпряни по-різному ставились до цієї реконструкції і взагалі до того, що вийшло. Є позитивні, є негативні. От чому саме до такої реалізації прийшли? Чому саме цю ідею втілили? Напевно, були зовсім різні якісь історичні, такі більш варіанти. Звісно. Ну, на самом деле розглядалося множество планировочних варіантів і варіантів дизайнерського воплощення планировочного рішення. Ну, скажу буквально пару слов, откуда рождались ці образи, чому появилось именно таке рішення. Все-таки для нас було дуже важливим понять, как бы поискать некий символизм, поискать образность, которая лежала бы в каких-то наших корнях, в том, что можно предположить в виде там, некоего там, городского идентификатора. И вот когда мы проанализировали ситуацию, пришли к выводу, что, во-первых, изделия из гранита, гранитное омощение, которое использовано на бульваре, это, несомненно, отсыл к нашим Днепровским порогом, тема гранита вообще как бы там для нашего города достаточно важна и интересна, потому что его образ, в общем-то, сформирован вокруг как бы образа центрального холма, выхода гранитных вот этих скальных пород на поверхность, когда Днепр там делает крутой поворот вокруг центрального холма, ну такая как бы мощь, сила города, стоящего на этих скальных выходах, наверное, один из таких ярких семантических образов городских. С другой стороны, мы понимаем, что наш город на протяжении огромного количества времени, уже более сотни лет, идентифицируется с темой металла, как город чугуна и стали. Не нужно забывать, что в квартале, в котором, в общем-то, который формируется, в том числе улицей Короленко, находится бывшее Министерство черной металлургии. Достаточно символично в данном случае. То есть он и символ. Да, да, на самом деле как бы символы простые и понятны. То есть мы попытались поработать с теми материалами, которые для города характерны, и получить как бы образные яркие решения на основе их применения. Але ж хейтери свої символи придумували. Як ви все ж таки намагаєтесь працювати із тими, хто захоплюється вашою роботою, і з тими, хто не дуже, мабуть, хейтерів? На мой взгляд, от таке состояние неоднозначності восприятия любой роботи говорит скорее о том, что найден яркий художественный образ, чем який привертає увагу, да, что на самом деле как бы там любая работа, которая имеет ценность не только функциональную, но и художественную, действительно заставляет задуматься и поискать собственные трактовки, как бы собственное понимание образа, и, наверное, в этом и есть ее прелесть. То есть на самом деле мы понимаем, что какое-то там вялое околоклассическое благоустройство, которое можно там без всяких усилий реализовать там в любом месте, на любой площадке, в любом городе, на самом деле может оказаться функционально комфортным, но при этом абсолютно не привлечет к себе никакого внимания и не сформирует вот этого ощущения городской идентификации. Вот обратите внимание, все-таки бульвар Короленко, как, наверное, ни один другой объект, сразу же спровоцировал множество активностей со стороны художественных, фотографических сообществ. Там, действительно, на бульвар вышли музыканты, вышли танцовщики, вышли художники. И именно этого нам и хотелось добиться. То есть своими решениями, такими творческими, спровоцировать другие творческие активности. И я думаю, что вот это заложенное в проектное решение идеология полноценно сработало, потому что мы же не можем искусственным образом затащить туда уличных музыкантов. Они туда приходят сами. И как раз это, на мой взгляд, самый важный показатель попадания, в общем-то, проектного решения в нужную точку. Дмитро, маю ще до вас питання. Правобережна окружна прокуратура міста Дніпра відкрила кримінальне провадження через загибель 4-річного хлопчика у фонтані скверу Прибережний 23 липня в Дніпрі. І в рамках цього провадження планують перевірити безпечність проєктування та будівництва фонтану. От, можливо, не зовсім до вас питання, але на вашу думку, чи будуть
якось приділяти увагу безпеці саме фонтанів при проєктуванні, ну, саме наступних фонтанів у Дніпрі? Ну, будем говорить откровенно. Проблема, которая случилась, это несчастье, которое случилось в сквере Прибрежной, это, конечно, большая беда, большая боль для всех. Ну, мы же понимаем, что невозможно вернуть жизнь человеку, тем более маленькому человеку. Это страшная трагедия, которая произошла. Не хочется в данном случае искать виноватых, но все-таки будем говорить можливо, откровенно. Можливо, висновка якийсь саме не про виновних ми, а ну, все-таки, понимаете, любой объект должен использоваться по назначению. Все-таки, если мы проектируем бассейн для плавания, он должен быть безопасен для плавания. Если мы проектируем декоративный фонтан, ну, наверное, в нем не должно находиться людей. Если говорить о том, что проектные решения должны предусматривать невозможность попадания в фонтан человека, ну, наверное, мы тогда потеряем и возможность визуальной связи зрителя с этим фонтаном. То есть просто нужно больше внимания, на мой взгляд, уделять вопросам эксплуатации и безопасности эксплуатации, чем вопросам, в данном случае, проектных решений, потому что на самом деле, как бы, на мой взгляд, те проектные решения, которые применялись при проектировании фонтанов в сквере Прибрежном, достаточно внятно показывают, что человек не должен находиться внутри этого фонтана. Дмитро, у нас є ще буквально пару хвилин. Давайте розкажете все ж таки, яким ви бачите наше місто через 5-10 років, можливо, або якісь такі дійсно ті проекти, які в найближчій перспективі плануються реалізувати у Дніпрі. Я в первую очередь хотел бы увидеть наш город комфортным для постоянного пребывания горожан. Та тема, которую мы уже немножко начали обсуждать в начале нашего разговора, когда сказали о том, что город старается обернуться лицом к жителям, старается сформировать новую среду, которая, в общем-то, до сегодняшнего дня для нашего города была не слишком характерной. Это, наверное, главная цель городского профессионального архитектурного сообщества и городского руководства. Будем говорить откровенно, на сегодняшний день у нас складывается уникальная ситуация в том смысле, что городское руководство прилагает определенное большое количество усилий, чтобы в городе появились объекты, которые никогда не реализовывались в Украине. Городское профессиональное сообщество со своей стороны тоже старается поднять флаг качественных проектных решений и двигаться в ногу со временем не только в рамках тенденций, развивающихся в Украине, но и в рамках мировых тенденций. И, конечно, мы надеемся все-таки, что за последнее время, как бы там прожив некоторое количество лет там, в стагнации, условно говоря, там, в районе там, 10-го года, там, 15-го. Сейчас мы все-таки там, выровняли темпы своего роста. У нас строится большое количество новых объектов, достаточно качественных с точки зрения архитектурных решений. Мы вот настроены за ближайшие 5 лет, несомненно, вернуть городу славу архитектурной столицы. В начале 2000-х именно с таким термином обычно упоминали архитекторы наш город. Я думаю, что все наши профессиональные сообщества приложат к этому максимум усилий. Тобто Дніпро має бути не лише культурною столицею, а ще й архітектурною столицею. На мой взгляд, это несомненно. У нас прекрасный потенциал города, у нас очень интересная планировочная структура, у нас яркая ландшафтная матрица, у нас множество высококачественных архитектурных объектов. Я думаю, что наш город достоин такого звания. Мы обязательно должны его вернуть. Будемо вірити в це. Дякую, Дмитро, що ви прийшли до нас в студію і розповіли багато Спасибо. Чого про реконструкцію у Дніпрі. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!